У меня доброе утро, и оно никак не может быть недобрым, просто потому, что если ты не ел 5 дней твердой пищи, и в то утро, когда тебе предоставляется такая возможность, конечно, настроение самое приподнятое. Но сначала несколько слов о вчерашнем вечере. Уже после того, как я смонтировала и выложила ролик о своем 5-м дне, я пошла в душ перед сном и обнаружила, что вся поверхность, верхняя часть спины, кожи, и лицо покрыты толстым слоем жира или сала, кожного сала. Таким образом проявилось очищение. Я это все смыла мочалкой, легла спать, и на утро, когда я снова пошла после клизм в душ, я снова обнаружила такой же толстый слой жира или сала на своей коже. Пришлось опять смывать мочалкой, и я сделала вывод, что этой ночью продолжался усиленный процесс очищения. То есть шлаки выходили через кожу в данном случае. Я надеюсь, вы не забыли, что на утро, когда у вас выход, нужно обязательно сделать 3 клизмы с солью и содой. Просто потому, что предыдущий день вы ничего не ели. Ваш кишечник не работал, поэтому токсины, которые там скопились, и шлаки, их нужно вымыть клизмами, потому что самостоятельного стула еще не наступило. Итак, радостно закончив 3 последние свои клизмы, я приступила к завтраку. На завтрак я решила съесть грейпфрут. Поскольку я 5 дней находилась только на травяном чае и соке лимона, а потом грейпфрута, я подумала, что будет логичным дать своему организму то, к чему он привык за эти 5 дней, а именно грейпфрут в цельном виде. Ну и тем более мне его хотелось. Поскольку мой курс был коротким, всего 5 дней, то я не сочла нужным выходить на такой щадящей еде, как свежевыжатые соки с мякотью. Если бы мой курс длился дольше, от 2 недель и выше, то, конечно, я бы начала именно с соков с мякотью, чтобы не было шока для желудка, чтобы он легко справлялся с поставленной задачей по перевариванию пищи. Но за 5 дней, я думаю, что желудок не очень-то сильно отвык от своей естественной работы. Поэтому такая довольно нежная пища, как мякоть грейпфрута, думаю, ему не повредит. Но те, кто планирует длительное условное голодание, 2-3 недели или больше, конечно, выходить желательно лучше первый день на соках и фруктовых смузи и пюре. Я согрела грейпфрут в горячей воде настолько, чтобы он стал температуры тела, не ниже. То есть, чтобы он был очень теплым, даже теплее комнатной температуры. Отопления по-прежнему нет, в квартире холодно, и завтрак хочется сделать максимально комфортным. Именно поэтому желательно согревать фрукты до той температуры, чтобы их было комфортно кушать, чтобы они не были холодными. Конечно, это очень большое наслаждение съесть целый грейпфрут, кусать и жевать эти дольки и ощущать на языке, во рту, на деснах, на зубах вот эти кусочки мякоти. Даже сейчас я говорю, и у меня текут слюни. Кто не испытывал голодание, пусть даже условное, тот, наверное, не поймет, какое это наслаждение кушать цельный фрукт. Когда я съела целый грейпфрут, я подумала, что я хочу еще. Но когда я пошла мыть руки, я поняла, что я наелась и что на этом, пожалуй, пока все хватит. Подожду, пока я проголодаюсь, и посмотрю, что я захочу на второй завтрак. Пока не знаю. Второй завтрак наступил примерно через 1,5 часа, и, к моему удивлению, это был кофе с кунжутным молочком. Я не ожидала, что я этого захочу. Я думала, что это, скорее всего, будет
фруктовые смузи или зеленый коктейль, но было настолько холодно, что захотелось просто горячего кофе. Сначала пару слов о кофе. Я не отношу себя к фанатам кофе, которые жить без него не могут, но я и не являюсь противником кофе. Я считаю, что хороший кофе в меру, если он приносит нормальное человеческое удовольствие, но независимость, то это вполне себе нормальное явление. Поэтому кофе присутствует в моей жизни, хороший молотый кофе. И в данном случае я позволила себе выпить чашечку горячего ароматного кофе с кунжутным молочком. Хочу сказать любителям кофе со сливками или кофе с молоком, что кунжутное молочко ничуть не хуже обычного молока. Я бы сказала, даже лучше. Мне, например, нравится он гораздо больше. Кунжутное молочко я готовлю самым традиционным способом. Я перемалываю кунжут. Примерно 6 чайных ложек я кладу в кофемолку, перемалываю его, затем перекладываю в чашку блендера, кладу 2-3 чайные ложки меда, заливаю теплой водой и все это на несколько секунд в блендер. Получается такой густой, это уже я здесь выпила почти все, получается такой густой белый напиток и с большим слоем пены, типа молочный коктейль. То, что я сейчас описала, кофе с кунжутным молочком, это не является рекомендацией для каждого на выход из условного голодания. Повторю еще раз, что мой курс длился 5 дней, поэтому мое питание на выходе может быть не такое аскетичное, как, каким оно должно быть для тех, кто голодал больше. Поэтому я себе позволяю больше вольностей. И опять все очень индивидуально. То есть кто-то приемлет на выходе кофе с кунжутным молочком, кто-то категорически не приемлет. Я всего лишь описываю свой частный случай. Как вариант, это вполне приемлемо, если условное голодание длилось недолго. Кстати, о белом кунжуте. Ходит миф, что якобы это какой-то ненастоящий кунжут, отбеленный химическими средствами, и он вредный. Я сначала тоже повелась на этот миф и одно время стала покупать черный кунжут, но молочко из черного кунжута не получается. Молочко получается только из белого кунжута. И тогда я стала искать достоверную информацию. Мне удалось переговорить с одной узбечкой, которая мне прислала семена белого кунжута из Узбекистана. Кстати, он был не белый, а такой кремовый, даже немножко розовато-бежевого цвета. Так вот, она сказала, что... Она, во-первых, сделала большие глаза, когда я ей выразила свою точку зрения, что якобы белый кунжут – это какой-то химически обработанный. Она очень удивилась и сказала: ничего подобного, я прожила в Узбекистане всю свою жизнь, и я впервые от вас слышу, что кунжут обрабатывается химически. Нет, сказала она, это просто такой сорт кунжута, и он вдобавок там шелушеный. Бывает также и коричневый кунжут, и если его отшелушить, то внутри у него тоже будет белое семя. Поэтому это просто такой сорт кунжута, и он именно хорош для изготовления молочка. Если черный кунжут можно использовать в каких-то других целях, и он считается более полезным, то белый кунжут можно использовать именно для приготовления молочка, но то, что он белый, это не означает, что он не полезный. Он тоже обладает рядом полезных качеств, и нужно этим пользоваться. Следующий прием пищи – это смузи или зеленый коктейль. У меня есть банан, у меня есть замороженный шпинат с собственного участка и несколько спелых слив. Добавлю немного воды и сделаю фруктовый смузи в блендере. Одна минута, и мой завтрак, третий по счету, готов. Фруктовый смузи или зеленый коктейль, назовите его как хотите. Я не постесняюсь и налью себе вот такую огромную кружку, потому что чувствую, аппетит уже разгорается. Поэтому
не буду отказывать себе в этом удовольствии. Вот как раз получилась полностью кружка. Приятного аппетита, батька. Очень вкусно. Честно говоря, я не ожидала от себя, что я выпью за раз пол-литровую кружку коктейля, но, видимо, голод не тетка. Особенно меня прикалывало то, что там попадались не перемолотые до конца кусочки сливы, они были такие пикантные. Чувствую себя абсолютно сытой, и сейчас засеку время, посмотрю, через сколько наступит чувство голода после вот такой порции коктейля.